По какой причине произошла авария, водители объяснить так и не смогли, зато каждый из молодых людей доказывал инспекторам ГАИ свою невиновность. Ну там так-то встречная полоса идет уже с горы. А то что он постричь получился? Ну я не знаю, как получилось, я не ожидал вообще этой машины слева. Там нет полосы в гору. Там только с горы полоса идет следующая. Обе машины ехали по Фермскому шоссе в одном направлении. Водитель 12-й «Лады» утверждает, что владелец 9-ки решил обогнать его по встречной полосе. Удар произошел в тот момент, когда 12-я стала поворачивать налево, чтобы подняться в гору. Я включил поворотник, уходить в гору, сбросил скорость на кашу, само собой. И он меня сразу снес морду мою. В свою очередь, молодой человек, хозяин 9-ки, считает, что авария произошла из-за невнимательности водителя 12-й. Якобы тот с правой полосы неожиданно в последний момент решил перестроиться налево, не уступив дорогу. Его развернули, что случилось там, он оказался на моей полосе. Ну, как бы машина вот так стояла уж. Боком стояла. От сильного удара машины оказались основательно разбиты, их ремонт обойдется в копеечку, поэтому, чтобы ущерб оплатила страховая компания, свою точку зрения каждый из водителей намерен доказывать в суде.